70-й псалом. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою. Всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою, Боже. Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и из бездн земли выводил меня. И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святый Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Стыду, говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители. В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе.
кроме посторонних приключений. У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь. Разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен.